Так, ну все, запустил стримчанский, так что, если чё. Twitch TV, как бы. Никаких фингеров. Никак. Да нет, фингер это заебить. На in ass. Сейчас, блядь, жду донейшенов. На... Не знаю куда, но... Не знаю куда, но можно зато сказать... Чикнуть гачи песню. Плачу 10 тысяч рублей. Был бы жибый. Да, например, ай-яй-я, Snedex. Ну что, мне получается? Реально идти некуда, кроме как наебучий этот... Великий подъемник Дектуса? Великий подъемник Диктуса? Дек. Дектуса. В рот ебектуса. Стой! А я нашел хуйню, да, которая для Ренни нужна же? Типа мне нужно теперь к Ренни вернуться? Охуеть, да? Ну ты нашел для Ренни... А, ты эту хуйню нашел для Ренни, да, бро. Почему Пират Вар такой гей? Веб-сайт? Я Пират Вар попал? Да, блять. Я вообще охуел. Схуяли. Да, блять, я был ничего. Ну реально на лоу рангах они все еще же существуют, типа. Да, бро. При том, что я ОТК, блять, что ОТК этот еблан, нахуй мне Пират Вар, блять. Пират Вар ОТК шить, это, конечно, блять, охуенная идея, блять. Да ты-то можешь чистить его ебало. Ну я чищу, блять. Но он тоже мою пытается чистить. Здорово, Ренни. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Ебал, ебал, он тупой, блядь. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave. Дайте мне булочницу. I shall entrust thee with this. Мне в рот ебулочницу. Батя нам дала кореанскую перевернутую статую. Охуенно. Бро, жесткая тема, блядь. Я с этой статуей сгорел. Время возвращаться в башню. А, ту самую, блядь? Да. Ее как раз надо было там ставить. Точно, точно. Ну, я так думаю, я бы, наверное, если бы я прочел бы, что она дает, я бы, наверное, понял. Давай посмотрим. Посмотрим, понял ли я. Ну, прочитаю. Бро, да, там, я бы понял. Открывающий кое-что спрятанное в кореанском читальном зале, это понятно. Все ясно. Ну да, тут это... Тут как с рунами. Гадать не приходится, там указано, куда идти. Ну правильно, чё, блядь, играю 38 тысяч метров в секунду, можно подвигаться. Здесь. Когда дойдешь до босса, кстати говоря, вот в этой хуйне, когда пойдешь туда, просто, блядь, ебаш. Вот, я сначала сдох, потом пошел второй раз, и я убил этого босса. Но я просто тебе говорю, раш его. Именно. Ну, так это мой стиль геймплея. Вот, раш и убивай насколько можно быстрее. Я дам ему раскрутку мясника, и он труп. Хорошо. Не знаю насчет того, как на него там кровочень действует, он все-таки каменный еблан, но надеюсь, заипада. Ну, кстати, да, непонятно. Ну... Мороз вроде на него действовал. Если честно, не помню точно. Ну это хуй меня даже без кровавой точки такой не дамаг дает.
Да, у меня еще спел я нашел, который типа пламя, типа что-то там, дай мне сил. Оно усиляет физ-атаку и атаку огнем. Оно пиздец мне будет. Так, а мне сейчас эти хуйцы, типа Блайт там, вот эти вот, они... Это скажут, типа, вообще, где вообще сам Блайт? Я его так и не нашел там. Ну, в пизде был какой-то, блядь. Я, кстати, его тоже накрою, что-то вообще не видел. Я вроде обошел, но... не встретил. Надо сейчас... Тут же башни этих уёбков есть. Пойду к ним схожу. Профессор Силубис, пойдем сначала к нему. Он хочет, чтобы я ему какое-то там задание сделал. Пошел ты нахуй. Башня Рен. Кому Ренны? Вот читальный зал. Брод въебал. Погнали. Погнали. А смотри, пьедестал. Нихуя. Бля, ебать. Мы играем какой-то, блядь, скример бой. Про, это просто жесть. Ты поворачиваешь земной шар, ты понимаешь? У меня DualSense мой ночью жесткую вибрейшн дает. Вибрейшн, вибрейшн? Можно убрать перевернутую статую. Все это место перевернулось, и теперь то, что было... Я тут, когда видел, я так... А, ну, теперь имеет смысл, почему там трупы вверх тормашками, почему там эти челы сидят на потолке, почему там кнопка сверху, которая не жмется. Потому что на нее надо встать, блядь. Алло, бля, мразь. Так, ну ниже мне вряд ли же надо, правильно? Вопрос не надо. Ниже похоже, что смерть. Блять, мистер Педик. Давай. Да, бро, у меня с этой хуйни сгорела жопа. Стой, а у меня кореанское возмездие, да, у меня кореанское. Мистер двойной педик. Блять, у меня... Алло. Алло. Я... Послание получил оценку, ебать, отхиляло. Похоже, что здесь можно спрыгнуть.
О, нет. Пизда рулю, блядь. Долбоёб кинул свой шарик на рыцаря. А чё у меня под душем было? У меня вроде не было их посылать. Ну и ба, они прикольно здесь сделали. Алло. Чел. Какой ты чел, бля. Бля, реально можно расстрелять отсюда. Оттуда сверху, вернее. Да, блядь. Моим съебывать будет, блядь. Конечно, бро, конечно. Я тебе говорю, у меня жопа сгорела, пока я с ним воевал здесь, блядь. Я даже эту локу особо, типа, блядь, сильно не осматривал. Я, блядь, съебался отсюда, потому что жопу сгорел. Блядь, не тебе нахуй, ебан. Какие еще которые, блядь, пиздец. Алло! Мразь, блядь. Соловливые фингеры. Охуен. Это не... нихуя не... Да это неправильно, что он так может меня нахуй бить, алё, блядь. Сука. Ебаное говно, нахуй. Давай, давай. Пошёл нахуй. Пошёл нахуй. Ебаты. Это дрот, да? Чё похуй, что там думаешь? Паш. Дуэль магов максимальная. Блять, вот почему, сука, у них не кончается мана? Это же, блять, бред какой-то. Блять, я нажал на и... Y. Я тоже заметил такую хуйню, что он... когда бежит, хуёво подбирает руки. Бро, что ж ты не хиляешься-то, блять? Манится. За, вот заебись его игра защищает от падения, да? Видал, он кувыркается, блять, в пропасть, нахуй. Да, а еще заебато меня чел станет. Специально делает станущую атаку на 10 тысяч лет, чтобы меня можно было ударить. Да. Ну, тут, типа, с ним сражаться при этих еблонах никак. Тебе надо... Знаешь, как я сделал? Пробеги дальше просто. Ну, я так и подумал, что... Я бы, на самом деле, так и хотел сделать. Я видел, я пошел сначала налево, но потом я вернулся, потому что, блядь, души не подобрались. И начал дальше ебашиться. Потому что это, блядь, реально такое душное место ебаное, это пиздец. Нет.
Блять, ебать. Ебланчики нахуй. Блять. Главное, что мечи тебя не добили. И далеко были. Все, он съебывается нахуй. Ебать, давай. Лучник против лучника. Блять, тебе повезло нахуй, что у тебя такая хуйня есть. Мне пришлось, блядь, за ним бегать еще. Говорится, блять. Знаешь, подпись оставить такую вот этот жест. Внизу предмет его. Еба, нихуя я задрот. Ты ебать, бро, читы вырубай, блядь, на стриме не пались. Ой, эту хуйню, кстати, не подбирал, куда сейчас идешь. Ну и вообще похуй, блядь. Я уже так заебался с этого лута для магов, я уверен, тут опять какая-то ебала для магов. Пацан, это маска уверенности. Это для... Я проебал, нормальный лут, заебись. Хотя это все равно какая-то хуйня. Да. Она усиливает колдовство, блядь. Ну да. Ну, я... колдовство это удача. Не знаю, может это из-за того, как я проходил игру, да? Может из-за порядка локаций или еще что-нибудь в этом роде. Но я примерно такую же фразу сказал, когда очередную веровую херню находил. Ну не, блять, я тоже находил на веру, типа, ну, нормальное количество вещей, но на магов намного больше контента. Типа, ту же Лиурнию ты проходишь, там считай. Все, блядь, для магов практически, ну, дропается. Там нет, магическая локация. Да, потому что это магическая локация. Ну, так, а понимаешь, я сначала Лиурнию прошел, потом пошел в Красные Земли, и там тоже, блядь, в пещере какой-то, блядь, был магический лут. Там Сели, это опять магический город, нахуя-то зачем туда запихнули. И здесь вот ты, блядь, приходишь сюда обратно, я думал, тут что-то, блядь, прикольное, а тут опять, нахуй, магическая хуйня, типа, блядь, меня это так заебало. Это магическая башня, это логично. Ну, ну да, я понимаю, но один хуй, зачем так много магического в игре, блядь, пиздец. Типа тут жестко прям для магов навалили контента. Я на самом деле реально не знаю, что я это покажу. Я на круге еще не знаю. Я как смотрю, вера. Это как. Ну, у меня то же самое, блядь, с магией. Только мне она не нравилась, поэтому я просто бомбил, что она на магию. Типа хуй знает. Я вот много оружия, наверное. Вниз ли спрыгивать? Еще вообще что-то есть? Вот, я так понимаю, никуда нет, да? Ну, мне, конечно, прикольнуло, когда я нашел, типа, в игре есть еще, типа, может, 5, не знаю. Короче, да, нет, даже какой 5 больше? Короче, 2-3 категории просто сполов, да? Которые с тебя требуют, ну, по 20-ку веры. Да там, понимаешь, эти спылы, они, типа, я тоже находил спылы, они один хуй, типа, что веру, что колдовство требуют. Там прям такая залупа. Что, допустим, я качался в веровика фулового, я думал, что буду взять какие-то спылы, а я нахожу такие спылы, которые еще и колдовство требуют. Ты тут либо качаешься прям в этого чела, прям в мага такого, который кастер, либо сосешь хуй.
Я в итоге сменился вообще с Веры нахуй. Ну, я так понимаю, сферы надо вместе и колосток качать, чтобы именно огненные хуйни не взять. Да. Ну, типа, я не хотел огненные хуйни взять. Потому что колдовство, оно как бы тебе еще дает... Оно, ну, если это как Dark Souls 3, я так понимаю, это типа подобная хуйня, но, наверное, усиливает то, как ты кровосечение делаешь. Ну, и другие статус-эффекты. А? Лак здесь, да, он повышает статус билдапы, какой скоростью ты делаешь. Я на самом деле понимаю бомбление Дэна в плане то, что, блин, хочешь драконий спел юзать, например, да, там откинь. А там залупа его, реально. Охуенная лестница. Кто, блять, архитектор, сука? Позовите нахуй. Позовите долбоёба. Пусть покажет там, как этой по лестнице забираться. Ебать. Тупо охуенный, блядь. Чисто висит нахуй, блядь, дал. Держись, скелет, блядь, как говорится. Дэн. Сука, я напишу. Дэн. Чё? Хотя я немножко проспойлерю, наверное. Ну, ты типа же находил, да, которые типа одинаково того другого заебуют, да? Кого находил? Ну, веровые штуки, которые требуют типа одинаковый интеллект и веру, да? Ой, я уже не помню, да. Ну, этот Ди продавал парочку. Точно. А, спеллов именно? Да. Ну, у меня Ди просто сдох, блять, понимаешь? Он у меня просто вот начальные спылы, которые у него были, он и продавал их. Больше у меня ничего не было. Не, но он больше не продавал. Ну вот да, там типа что-то зачарка на священное оружие, что-то еще там у него было. Да, я не мог это юзать тоже, опять же. Штука, которая хиляет Deathblight билдап. То есть... Бля, как они делают, типа, скелетон, они же говорят, типа... Типа... Listen, ты не можешь найти скелет? А? Listen carefully, скелетон. Ну, еще же я, типа, держись. Ну, это действие. Не сдавайся. Не сдавайся, скелет. Так вот это, Дэн. Есть, по меньшей мере, я видел два первых заклинания, да? Ну? Которые требуют тупо только интеллект. Да, ну это вообще, блядь, я хуй... Не, подожди, это какая-то залупа непонятная. То есть, буквально у них требование интеллект, всё. Найс молитва. Помолился, ебать, магом. Он такой... Смотришь, такое это... Все эти заклинания смерти, да? Все, я сделал, ебать. Нихуя, бро, ну я приду лайкну. Не сдавайся, скелет. У меня есть вот это вот. Впереди требуется скрытность, но почему опять ягодицы? Блять, один чел плохо залутал. Сделал. Ебать, ты педик? Это... Это, короче, в одном месте, в Рей Лукарии, где... Типа, ты можешь пройти, ну, как бы, видно, как бы, но на самом деле ты не можешь пройти. Поэтому, ну, почему опять ягодицы? Ну, почему опять жопа, ебать, реально? Ну да, потому что жопа широкая. И впереди требуется скрытность, потому что, типа, ну, там можно было бы, типа, присесть, ну, то есть там снизу, как бы, проход есть. Но если тоже ты присадишься, но не все равно нельзя. Итак, Дэн. Короче, ладно, я спрыгиваю. Дэн. Ну? Вот есть, короче, тупо вот, заклинание смерти, да? Угу. Вот есть одно, которое... Достаточно много интеллекта требует, там 42. Оно требует 30 веры, блять.
Да, они вот что-то, блядь, с требованиями непонятно что намутили. На самом деле, я потом нашел посох, да, угу. Который требует веру, интеллект и скелет от обоих. И если у тебя, ну, и того, и другого много, то это самый лучший посох в игре, тупо. Получается полумаг, полухуй. Ну да, ну, в принципе, я почти уверен, что есть такой же талисман. Не знаю, не знаю. Броки. Еблан. Есть заклинание, которое, типа, вот... Как раз чел юзал, который твейдится в этом, в хаб-локации. Типа, когда он это кровью хуярил в земле. Там кровавые такие. Mm-hmm. Вот. Ебата дверь открывает. Да. Вообще, я обалдел, блин. А ее потребуют только. У них даже в описании типа написано то, что ну, сила зависит от веры, но ну, на самом деле оно скилится тупо только от этого бафа. Все. Да, вот поэтому, блять. С этими, что с молитвами, что с чарами, надо тупо кастером играть. Вот как-то миксовать, а хуй микса не нужны. Yeah. Это максимум, что, типа, когда я качал чисто одну веру, я максимум, что там мог, это там, вот я молнию нашел, просто молнии покидаться. Что-то там еще я нашел, там, ну, короче, вообще... Распыло пользовал за всю свои пол игры, что я так пробегал, блядь. Не, ну там, в принципе, да, достаточно много спылов. Я подсказал, что... Педикс? Бро, это жесткий педик, блядь. Я охуел вообще нахуй от него. Но на самом деле нет. Он, блядь, пережил две мои раскрутки. Типа огненные, черные, пламя там. Все молнии те же. Они все на веру требуют. Да, ну типа, блять, это опять пламя, я DS3 проходил пиромантом. Я хотел именно молитвы повязать какие-то пироманты. Тут есть типа молнии всякие. Ну, я тоже видел молнии. Ну. Но... Там, блять, я не видел что-то прям такого юзабельного. Очень много всего. Ёбаный диск. Третьей части. Диск это же пепел вроде, нет? Есть такой спел. Я пепел только нашел. Сука, интеллект, блядь. Ну опять же, блядь, типа самые прикольные спелы это Гайди Сагник. Спелы, которые, ну, аспекты. Как у этого рыцаря. Mm-hmm. Это в принципе прикольно, что. Они разве только веру требуют? Да. Ну не знаю, типа, я вот только как выбил, получается, вот этот рок его, когда он плечом бьет, это вообще залупная хуйня. Я попробовал. Нихуя! Блин, а я, кстати, его не видел. Я вот где-то выбивал, блять, его рок. И типа хуйня он. Хвост еще убивал, хвост не пробовал, потому что я его уже выбил, когда я послал веру на. Ну хвост он с того, который самый первый встречаем. Да, но я его уебал довольно, да, типа, я о нем вспомнил, типа, не так давно уебал на недавно. Ну как тебе поддушка нахуй? Наун. Дец. Моргенштерн заебал не попадать, просто потому что маленький, да. Ай, блядь. Маслина немножечко, да. Охуенно мгновенный удар. Втором в храме
возможность купить это дыхание, которое они накладывают. Это херня просто сломана. Ну, это мы сгнили бы на ты там, нафиг, свою полоску зажимаешь на штуку, и босс начинает медленно умирать. Ну, это неинтересно, конечно, но... Один хуй там, что там, вера и колдовство надо, наверное, на эту звуку. Да-да, там... Ну там, это, 15-12 нужно всего. Да. Мне казалось больше, блин. Ну, в принципе, все драконьи крик, все драконьи дыхания, они там максимум. Самая такая херня, которая там открывается, когда ты особо жирного дракона убиваешь. На типа 17 плак только требует. Броня с пузом, ебать, а? Ты курсишь, там подкожный жир, блять, в этой броне есть? Там, если почитать про нее, там подкожный жирочек делает ее мягкий. Мягкой да. Броней. А? Нет, если ты не заметил, она в принципе из кожи сделана. Ну да. Но типа кожа кожа, ну блять. Кожа кожа, жир. А обед по расписанию. Согласен. Кожа кожа, я на коне. Мне больше тонкая версия нравится. Вот. Ебало на капюшоне, конечно, мне нравится просто. Там типа, да, ты уже находил заклинание, которое типа, ну, безумие накладывал. Находил, он говорил про него. Просто вот одно из них это лазер с глаз. Тупо как Супермен такой берешься. Я находил. У меня NPC, блядь, с ним. Мне 5 издивлять этого NPC, блядь. Помнишь, он хилялся, блядь. Бесконечные лазеры делал, и у него был дохуя по изы, я не мог его сбить. Я его, блядь, убил. Но, блядь, самый худший NPC, блядь. Мы с ним сражались минут 5, наверное, целых. Блядь. Целый босс, но. Даже некоторые босс-файты не такие долгие. Да я иду, ёпта. Это, кстати, похоже на тот храм, что был там. По своим этим. Все башни одинаковые. Это башня чего там? А, то священная башня Лиурни, ясно. Любовник пока не здесь, так что прыгну сейчас. Не помешаю. Дефолт. О, бро, ебать, невесту убил, а в башню сходить-то забыл, да? В смысле? Я видел, ты назад уже шел, я отходился, а ты назад шел, блядь. А не в башню. Или наоборот. Не-не, все нормально. Знак проклятия, бро. Теперь ты проклят, но... поздравляю. Наследие пиздочетов? Походу, Араны. Ебать, я могу еще чекать новые спылы. Ничего, это мудрость. Так, и чё, я теперь проклят? Ну-ка, давай посмотрим, что оно делает. Если честно, я не понял, что оно делает. Но Рожер ее хотел. Но у меня Рожер умер. Рожер? Да, Рожер. Ты не встречал Рожера? Я не помню. Ну ладно, блядь. Ну типа, ты к Ренни по квесту как пошел? Или тебя чел какой-то отправлял? Я к Ренни пришел так сам. Ясно, да. Вроде. Да, он типа, ни с волком не встречался, ни кузнеца не находил. Тупо туда пришел. Не, кузнец, если иметь большого такого кузнеца, типа гиганта, я его находил. А, ну ты до? Окей.
Может, он по пути там. Вроде он, на самом деле, вроде как даже приглашение, типа, давал или еще типа того, что ли. Вроде бы он, да, да, он. Вот я помню, Рожер хотел эту хуйню, но потом он сдох, и я сам не знаю, что мне с ней делать. Я должен был ему ее отнести. Че мне с ней нихуя нельзя сделать? Хуй знает, бро. Я сам в непонятках. Что будет, если убить старуху частиц пальцев? Да вряд ли что-то будет. У меня есть Мириэль, пастырь клятв. Нормальный пацан. Или же в рот и блан. Да это же этот, блядь, черепашка. Черепашка, кстати, не. Кстати, это. Вы же видели этот возле этой башни? Через обрыв этот, как деревушку на другой стороне. Кувшинград? Да, я поначалу не понял, как туда попасть, блин. Потом я такой смотрю, там гребаные гробы. Да. Ну не гробы, эти плиты дурацкие. А ты там Санька встречал? Да, встречал. Ну, он как раз же после... Ну, над обрывом он там, да? После Родана же как раз туда пришел. Ну, опять застрял, сука, еблан. Чё мы вообще? Да не, чё. Какой нахуй Кувшинград? Город такой есть, точнее, деревушка Кувшинов, короче. Откуда Санёк родом? Короче, иди там этот... Какого? На костер, который вот возле этой башни находится там. Uh-huh. И обходи эту башню шлупой. А, ну вот этот от хижины, короче, иди вниз просто. Так там разве такой проход? Там, по-моему, нихуя не такой проход. А, нет, это хижина, я понял. Я на самом деле не помню, как там, блядь, туда добираться. Вниз надо идти, что типа на сауф. Ну да. Ну смотри, ты слева иди вдоль бы обрыва. Да, да. Вот он там, по-моему, уже видно, блядь. Блядь. Ебланус. Или же просто анус. Блядь, извини, бро. Что ты ебал по фану? Нет, ты его поебал, вообще ты бьёшь сейчас. Сука. Would you mind helping me? My thanks in advance. I know you're the... You know what to do, Give me a good smack from behind, with something nice and big. Don't worry about my wound, sustained at the festival. I'm stuck back together good and proper. Just give it your all. Бля, братан. Как скажешь, нахуй. Please. Wait. I have a terrible feeling about this. Would you stop hitting me for a minute? Now, I can feel my lower half is stuck on something. I don't think you can get me out just by hitting me this time. Let's think. Perhaps there's a way... Придется ампутировать. ...a little more smoothly. What if I could somehow be made slippery or some such? Let's think. Бро, это момент для 300 IQ. А так, сейчас тебе мешает. Но дыра.
Момент на 300 IQ, да? Да, момент на 300 IQ. Всё. Надо кинуть в него говном. Я думаю, интересно, что такое есть подобное. Что можно у него кинуть. А... Может, рядом есть то, что может помочь ему. Бро, ты долбоёбы. Впереди любвеобильный человек. Да хуйня, ты пишешь, блядь. Ну короче, блядь, сори, если тебе хуёво будет, я так решил. Проклятая кровь? Блядь, ты безумный. Cease, please. Let's think. I mean, what if I... Sorry, man. Это не сработало. Давай Огненным попробуем. Урну, которая кровоточку делает, кинул, блять. Написано... Кровоточка с жопой случилась сразу. Написано то, что обливает там... Бля, нихуя, там чего внизу можно? Это там Штормград, блять. Кувшинград, нахуй там. Бля, еще как себя вызволять-то, ёпта. Требуется вниз. Блять, он воняет теперь кровью, еще. А, прошло уже. Прошло. Блин, ну короче. Я пойди. Пойди. Я думаю. Не, ну ты начал думать в правильном направлении, только мы об этом не подумали. Мы не подумали, что... То, что у тебя кувшина с маслом нету. Ну да. А-а-а. У тебя нет какая крафта для маски собрал. Бля, где я его находил, сука? А хуй его знает. Ясно, в следующий раз спасу, блядь, тебя, давай. Давай, блядь. Как говорится, oil... Oil pot найду, это... Если вспомню, приду. Ну, я так и думал, что мне надо что-то кинуть. Я сразу пошел смотреть, блядь. Ну где может быть крафт на масло? Без понятия. Если так подумать, никаких таких локаций нет, где прям тебя кидают особо там маслом. Включение может быть типа на Крон Сити там, типа. Не знаю. Если гробов ебучих так-то не вижу, между прочим. Там ведь обычно возле этого места сообщение прям. Чел прыгают. Мне кажется, это, наверное, хуевое место. Но оно ближе к башне. Я видел там какое-то сообщение у башни как раз. Да я пошел по этому. А, да, вот они. О, щит. Там жесткий паркур. Блять. Там не переживай, я прокурист от мамки. Каждый раз, когда нужно через эти по надгробиям таким прыгать, я просто такой, ну нахрен, и сложу с коня.
Это да. Парни, у вас там это... Им похуй, ничего нет. У вас там брательник застрял. По случаям нету... крафта. Бля. Я вспомнил. Это не как я посмотрел на Вики и такой... И сразу вспомнил, ебать, интересно, блядь. Я сначала так и думаю, так, стоп, а где это, блядь? Там так меня озарило. Кстати, локализацию поменяли, теперь просто золотые руны, а не руны битника. Впереди негодяй. А, ну здесь видно, как будто мы распрыгнули, а? Ебать, челы падают здесь максимально. Челы вообще, блять, просто. Челы такие, ну он тут, ну вот это кровавые пятна, как бы. Это челы кого-то долбоёба, блять. Вот я нормально упаду и не буду ему стоп-пасть. Ритуальный горшок. Бро, треснутый горшок. А сколько живого кувшина ебанулся? Еще можно просто лутать все нахуй? Конечно. Поля. Всякого хавана. Бля, там сверху что-то было. Походу, как думаешь, что там, блядь? Походу, паркурмен во мне просыпается. Треснувший горшок, я думаю. А! Изи. Ну так, я ритуальный. Кто треснувший? Кельнур, там где лутается это масло, это где-то в пизде мамаша? В смысле, там где я был или... Ну да, ты там был. Блин, был. О, торговца, который спрятан немножко. Торговца, который спрятан. Ну я там был. А, типа я имею в виду, типа, том, ты имеешь в виду общее, да? Типа не у самого торговца, а... Не, у торговца. А этот рецепт покупаю. Где? Причем не в начале игры где-то? Не, ну не сказал, вот, что это начало. Лока под Накроном, которая находилась, как она, блядь. Река ебучая. Кассиофра? Угу. Ловец был? Угу. Да, он там, блядь, в какой-то жопе залез, блядь, и ждет покупателей, еблан. Блядь. Сидит, играет на лютне и такой обсирается, когда кто-то приходит. Ну, блядь. Блядь, мамкин долбоёб. Что искать-то? А он где-то, блядь, на нижних уровнях. Пошли искать. Хули, спасай тогда, пацана.
Лютник Рюти играет. Да, ты слышишь жесткую лютню. Он где-то в каких-то руинах, в каких-то постройках именно, он не на открытом месте. Не лютня. Режь кому плоти. Мог плоти. Бля, эти шаровые молнии, это пиздец, конечно. Здесь, да? Здесь. Сел там, где лут лежал, балкончик, вон там. Да, я так и подумал. Ну, то есть я хотел этот лут взять. Я как этот лут, сука, взять? Это вопрос, да? На самом деле, из той комнаты, если бы балком попаркурить, то можно туда запрыгнуть. Но есть какой-то другой проход. Я не помню, блядь. Ну, можешь попробовать паркануть. Не, ну вот, там, где хижина, типа, по лестницам, типа, два раза поднимаешься. И, типа, там можно спрыгнуть. Сейчас какая-то форма. И она вот как раз туда ведет. Я вообще не знаю, о чем я думаю, может быть, немного просто об этом говорить, но я подумал, а вот, блядь, пидораска. Да ёбаный ты хуйло, блядь. Сука, блядь, ради такого я тебя пиздил оторву, нахуй, ты, блядь, ёбан, сука. Павел, ебать. Я подумал вот про это вот место, типа. И вон там. Я вообще не помню, что это за место. Возле хижины по лестнице. А, ну да, вообще. Ай, еба. Эх, ты заебал, захликай его просто, нахуй, и все. У тебя лишь бы спарировать, блядь. Ну? Да, блядь. Самое веселое. А главное парировать, а да? Теперь. Живость 2, 5 штук. Так, если я поднялся такой, и опа, налево, бля, нихуй. Нихуй. Нихуя я торпеда. Золотая пизда, золотая руна, золотая пизда.
Вот, и думал, здесь торговец, но он еще не здесь. Я слышу его. Да вон он сидит, бля. Ну что, мы хотим обмазаться маслицем. Горшок масла? Слеза личинки? Мини-билд? Чего так смешно, бля? Я love concern. Давай, до свидания, пидорас. Убей просто... его нахуй, все равно не придешь к нему. Реально, нет, ладно. Ну я, кстати, одного захуярил, походу. С них реально какие-то колокольчики, колокольные анальные шарики падают. Это... Я тупо, на самом деле... В интернете совет видел, знаете какой? Ну, типа всех их захуярить, да, всех. И иметь магаз, да? Тупо захуярить их всех, и все. Все равно все в одном месте будет. Да. Типа. Искать там, вдруг стрелы понадобятся. Вот именно, да. Нету. Ну все, next прохождение, всем пидорасам пизда. Что будет, если захуярить всех NPC? Интересно, блять. Александр! Ну, я могу сказать так, то что если Александра уебать, то что некоторые челы, ну, случайно его уебывали. Типа здесь? Не, в самом начале. Ну, они, то есть, они видят то, что ему урон не наносится, они подумали то, что он, типа, ну, не умрет. Если его еще раз ударить, когда он уже вылез. Ну, короче, согрелся и типа, попиздились с ним. С него, короче, талисман падал, который эти фонарки усиливают. Они что, дурачки? Можно же прийти в храм клятв и откусить грехи, и типа чел перестанет быть враждебным. Ну да, ну. Как бы прикол-то в том-то, что спидранеры как раз опен-артами обузят игру, и как бы они такие: о, it's free real estate. As a token of my thanks, I'd like you to have this. Ну, по ней вот топор, который топот делает, поражающий, берут вот этот талисман, там надевают. And now I know what it's like to be one of them. Трех-четырех шотают боссов. И все. И спидранят так игру. Полчаса так-то на игру ушло. Yes, indeed. Вместе с багами, так сказать. So, I thought I might... Сколько надо перенасытиться там, блядь, чтобы так за полчаса, блядь, всех боссов убивать? Admonishing me for my mawkishness. To walk the path of champions. One cannot cleave to the past. I'm headed to the fiery mount in the north. I can strengthen myself there without fear of cracking this vessel. I will forge myself anew in its flames. Он выкроет в себе новый горшок, не треснувший. А жизнь. Север. То есть туда. Ну да.
Я не понял, ты чё, блядь, хпшки мне не даёшь, пидорас? Ребёнок, я вряд ли, наверное, этот квест сделаю, так что можешь сказать. Думаю, это похуй. Я хотел спросить насчёт вот этого ключика, блядь. Не ключика, в смысле, насчёт знака проклятия, который я нашёл на башне. Что с ним делать? Вообще надо. Это нужно, короче, вот в той локе, получается, где ты с этим, ну, куда ты типа попал, да? Как его, блять? Некрон? Не, не Некрон, а второй там какой-то подземный город еще. Ансель? Да, вот вроде бы оттуда в... Либо там, либо... Сейчас я точно эту локацию скажу. Блин, я там типа не... за ней еще лока идет, да? И ебанутая квест. Получается то, что я все еще могу эту хуйню сделать. Да, вот так. Вот она не говори. Ну, типа когда ты... Эту... Отбой! Отбой! Ну все, глубины личного источника Анселя. Ну все, блядь, и погнали, ебать. Вершина... Ну я, кстати, походил там, там пиздец вообще. А вершина Великого Водопада — это что у нас? А, это вообще пиздец, это... Ну это ты после Гаргульи туда попал. Это место, в которое я пришел на 150 уровне и... И охуел. Блин, у меня было 40 или 50 вигр, у меня просто там моб тушотнул и все в самом начале. Я такой, блядь. Ну да, вот там слева. Вот этот. Вованцы лучше, блядь. Да, гоу. Грёбаный аватар дерева. Стоит такой, говорит, я тебя тушу одно. Блядь. Ты сюда сейчас, как получается, вот в эту локу попал? По лифту? Я? Его знаю. Да, лифту, окей. Бля, ёбаный. Я помню, я когда сюда попал, я увидел этих чувачков, такой, блядь, ну его нахуй, блядь, и забыл. Ну, у тебя, ты же не не нравятся тебе букашки, да? Я и букашек, если честно, в рот ебал. Ну, бро, они такие, ебубельные. Ебубельные в рот максимально. Я могу сделать этих 14 штук. Ну, если хочешь, можешь просто, блядь, закидать их нахуй до смерти. Так, погоди, я тут, конечно, закидать, конечно, я понимаю, но это какой-то новый спел был, который я так и не смотрел. Я буду смотреть спелы, блядь. Ты типа грёбаный Макс, застрели их нахуй и всё. Я вообще, Эдик, рыть не могу. Ну, то есть маг хотел сказать. Дать мне камень, сейчас мне не особо зашёл, естественно. Рыть я особо не знаю, ну ладно, рыть камни я тоже не знаю. Да, нахуй. Бля, ебать у тебя ячеек спилов, блядь. Спилов, да? Это мало, сори. Снижая скорость накопления сна и безумия. Вообще похуй. Так, какой говно спел? У меня сейчас типа... Сколько? 10 вроде бы. Не, ну как бы спел, то может он как бы нихуя не будет делать. Но, блин, в некоторых ситуациях... Вот. В некоторых локах это так оно может быть норм. А, ну, не... ну да, вот у Кашан на самом деле почти максимум слотов. Их же всего 10 получается. Так, вот, чекаем новый спел, ребят. Короче, берем так вот. Опа, блядь. А, ты ПВП-шку сделал? Ну как ПВП-шку. Испытание большого кувшина. А, так я давно сделал, я как этот шлем ношу, у меня. Окей, окей. Ты же этот Дэн видел в Каэльде этого арену, возле которой гигантский кувшин.
Да, я там всех разъебал. Блядь! Сам, я единственный, кто этого не сделал. Ну там жесткие челы, но... Если не давать им ничего сделать, они не жесткие. Не, ну они там, в принципе, рандомно генерируют еще туда палок. Бля, вот это я понимаю спел, блядь. Это я понимаю спелчага. Так, ну все, короче. Блядь. Давай, бро, собрался. Распределить, блядь. Все, вот это я... Вот это я понимаю. Блять, он наконец-то больше одной фляги сделал, сука. У меня было три. Я сделал две на какого-то босса. Ну, то есть я сделал... У меня было три синих. А потом я сделал... Вообще, я сделал ноль. То есть я сделал фулл красные на что-то. Не помню на что. Потом какого-то босса я сделал две, и я просто обратно не ставил. Вот. И так-то у меня было три. Долгое время еще. Ну, одну как минимум надо всегда держать, потому что не восстанавливаюсь. А ты че, педик, я не понял. Ты думаешь, типа, то, что ты, типа, особенный, да? Что я не могу на тебя вспомнить? Его здесь нет, бро, он в скрытности. О, готов ебало скримера ловить? А, нет. Осторожно, право. Он ждет тебя своими усиками, завлекает. Можно, я сейчас это, сейчас. Ебать, я вносит, снихаю ему. Сейчас. Давно этого не делал. Кстати, да. Спи. Ебать, нихуя. Ваше здоровье. Я уже выпил, но похуй. Сейчас вы будете видеть, как мне хуёво, блядь. Давай, бро, подписано, что ты первобытный рёв. Покажи, что такое первобытный рёв. Ааа, сука! Блядь. Я их всех расстреляю, пидорасов. Ну и расстрел. Ты без хуйни вот этой вот, а? Бля. Осторожно сзади. Впереди требуется худой человек. Но это не я, сори, как бы. А если бы впереди требовался любимый человек? Ладно, есть спич. Блять, сука. Прости. Да, нет, спич. Ну да, выживи. Выживи, значит. Блядь. Ты нахуя спинул, блядь, пиздец. Человек спал, блядь. Да сука, Элден Ринг, блядь, виноват. Сука, чё, блядь, это... Что, надо сверху могут упасть?
нихуя не нравится. Пидорас, я знаю, что я тебя не достану вот этим, зато вот этим, сука, достану. Пошел нахуй, долбоёб. Впереди свет. Уси, бро, скоро это закончится. Блять, что мне нахуй не нравится. Впереди ягодицы. И звуки мне, сука, не нравятся. Бро, не слушай, иди туда, блядь, это наёб. Да идти вперед, смысл? Да, ну типа, блядь, ты можешь туда сходить, там будет благодать, но она далеко, типа, да, ну, недалеко, но там будет благодать. А там, куда ты сейчас идешь, там тупик, типа, ты, тебя зачистить его и дальше идти. Короче, там, где было это сообщение, это проход дальше, да? Да. Сначала лучше в тупик сходить. Не, подожди, блядь. Там, где тебе чел говорил назад, благодать, это наоборот тупик. А, все, понял. Спасибо, потому что я в этой локации не хочу задерживаться больше. Я, блядь, вообще не против, блядь, спойлеров по этой локации. О! Ну, нет! Бро, тебе придется немного здесь, конечно, почилить. Давайте, не... Сука, вот этот фантом, он меня сейчас испугал, блядь. Добро, просто харькни, и эта хуйня лопнет. Нахуй. Ой, блядь, они идут нахуй. Сука, отсоси мразь! Я тебя пескам рубил. Я на мужика, блядь. Эльнур, ты если сейчас проебал... с двух ног залетишь, дропкик сделаешь этой хуйне, давай. Извини, я уже выстрелил. Блять. На самом деле, вот эта херня, если, короче, в, ну, такого муравья видишь, его вообще можно с лука просто пукан стрельнуть, он взорвется нахуй. Giant ass. Гигант ягодицы. Сука, ебланы нахуй. Иду. Вот я никогда так не делаю особо, но сейчас я это сделаю, блин. Yeah. Щит поднял и ту. Красава, бро. Горит 170. Первый левел. Я вернулся к тем троим дурачкам. Уебал их. Стой, это не похоже на... Это не похоже на... Тупик, бро. Как это, понимаешь, вот тем путем ты бы вышел сюда. Ты здесь просто вышел нычку забрать вверх. Все, бля, нихуя ты умный. Ой. Потому что я тогда послушал эту хуйню, это сообщение, я вернулся туда, мне еще обратно, блядь, надо было идти, блядь. Небесная роса. Мне не нравятся эти челы. Они мне до этого не нравились. А потом им дали другое оружие, и они мне не нравятся еще больше. Так, парни, вы нахуй не выебываетесь. Могу призывать своего друга. Я, между прочим, плюс 4 его сделал. Чё, готово въебать их нахуй? Да, блядь. Долбанутая, блядь. Блядь.
какого-то берсерка призвал, сходу заорал и спрыгнул нахуй. Это знаешь, Лерой Дженкинс, ебать. Просто реально убийца, нахуй. Увидел врагов, пошел из башни. Чел тупо берет этот спел, который типа кольцо, которое бафы спавнит себя там 2-3 раза за кастанул эту хуйню. Ну просто самым мощным спелом босса как хуярит. Нихуя 300 IQ, блин. Бля, парни, может вас это. Один раз вот эту херню, кстати, стол, блядь. Ты подмейте, Про, красава, они просто повернулись, блядь. Единственное, что печали, значит, там она держится, блядь, на стороне. Продолжаем сражаться. Ну, у меня мой чел тупо делал дикие удары, как я, и я охуелся там. Я еще кастую иногда, уже реже. Интеллект, как говорит, по нервне. Уже чело просто порой заходили вот, к боссам, и тут такие, ну все. У чела только посох. У чела только посох в руках, он просто берет и начинает спамить. У него там мана бесконечная. Ну да, блять. Интеллект понерфили, суки. А мне похуй, я его не качал. Один спел поставил такой. Спарит его. Ты там не тут. Что получается? Я прошел через самый сложный, блядь, этап моей жизни. Добро. Через личинок жопы. Это про это. Назад повернись там. Типа. Так там нет, там костер наоборот снизу. Вроде как да. Не обязательно снимать. Нет, там сверху. Там сверху был костер, и потом. Вот дальше есть костер. Сейчас, короче, я вернусь в ебенов вашу. Не видно что-то. Ну, походу, внутри реально. Блять, мне кажется, или впереди подсадная утка. Так, лифт наверх типа поднимает, не вниз. Так, а чё, блять, его нельзя типа здесь себе вызвать или чё? Не-не, я просто не нашёл. Оно есть. Рычаг просто на стене. Кстати, покажи DualSense вебку, на то уебывайся. Блять. Нихуя. Вот. У чела его 4-летний Xbox 360 контроллер проводной разъебывается, вот такой. Блять, геймпады дорогие, нахуй. Идет какую-то хуйню там на батарейках покупает беспроводную. Чел такой. Пока цена не повысилась, блядь, за 6 косарей пойду DualSense возьму, блядь. Ну, хули. А, кстати, думал... Я думал, что там кнопки подсвечиваются, или разве нет?
Они. Они разного цвета, смотря какой геймпад. У меня белый, большой, белый цвет. Ну, типа. Просто не видно на камере, что там подсветка есть какая-то. Не-не, там подсветки нет. Но вот видишь, вот эти кнопки, они серенькие. Они на другом цвете, они тоже будут. Ну, там типа кноп... Mm-hmm. Ну, типа, они кнопочки, они как пластиковые, но оно получается сами. То, что написано, вот крестик туда-сюда, оно написано не на пластике, а под ним. Получается, как окошечко, понимаешь? О, ну, прикольно сделано, санки. Это выглядит так, как дизайн такой серый. Типа, куда-то. Блядь, сравни дизайн просто, блядь, сравни. Вот это прошлый век, это, блядь, вот это до, нахуй, а это после. Вот. Сложно тебе, о. Дизайн пиздача стал, да. Пиздец. Вот. Есть какие-то там вот это вот, типа хуйня, а это вот. Если даже сделаю вам заебать их сейчас. Ты че? Я жесткий стример так-то, если че. Вот, видите, вот эта хуйня какая-то, блядь, здесь. Если посмотреть, здесь просто, блядь, чил. Чил. Да, то есть вон все так, блядь, гладенько, все так вот. Идет, как будто вот так и надо. Есть типа какая-то лишняя хуйня просто, которая никому не нужна. Вот. Ну, мне он нравился, типа. Ты купил DualSense, все, блядь. Что за говнище, нахуй? Ну, блядь, сука, нищеброды, нахуй. Кто это имеет вообще? Как вы дальше ебашите? Где я? Я еще не поднялся. Уже. А да, вот и благодать. Благодать. Где это я вообще? Это я там был, да. Кажется, там это муравьиное гнездо. А вот это оно и есть, да, вот это вот? Ронни, иди туда, там пизда. Пизда? Да, не, ну это тот же проход, где ты должен был дальше идти, там ничего нет. Ты вернешься просто в ту же руму. А я просто здесь соберу. А та же самая рума и... Сообщение долбоёба. Ясно. Личинки увидел, развернулся. Нахуй личинки. В рот Рауль? Впереди прорваться. Не ебаться. А, ну да, впереди прорваться, бро. Не. В рот не выебывайся, то я тебе пизды дам.
Дальность спылов зашкаливает. Ну, кстати, бы долетел, если чуть-чуть ближе был. Я, кстати, этот костер, я только что пустил первый раз, когда здесь ходил. Я потом, типа, смотрю, когда я пытался понять, как продвинуться по этой локации, в принципе, я такой, типа, пошел просто карту смотреть, смотрю, костер, я такой, ват. Опа. Бро, надо было просто изнуть хуйню и слиться с окружением. Ты бы превратился в личинку, а не припа, не понял. Сука, не жалко, блядь. Исчезай быстрее. Нет, жук, жук не жизнь, жук смерть. Погибать. Опасное место. Значит, сверху? Классно. Звуки ебаные. Чего опять тут? Впереди гнездо уютно. Да славится контрольная точка. Интересно, зачем мы ее здесь поставили? Пусть у меня уверенность здесь нихуя нет. Так понимаю, там пост, значит я пока туда идти не буду, потому что я, знаете, там не все смотрел. И тогда мы уже сюда придем. Босс, кстати, жесткий типчик. Но он, я бы сказал, красивый такой. Ну, не, он не красивый, но он прикольно ебашит. У меня как бы FPS нормально так садился, блядь. Присаживался на очко свою, когда он что-то кастовал. Он все хуйни вырубал, да? Ух, блин. Амулеты защитного рога. Нихуя. Улучшает иммунитет. 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 Так, а сюда же пришло, да? Килограмм котлет. Стальный дротик. Че пишут? Отчаяние поможет, и тогда вероятность смерти. Впереди выглядит знакомым. Бать, бро, ебал чел. Давай без хуйни вот это. По-моему, это смерть нога, блядь. Даже не постоянно, блядь. Я когда их увидел первый раз, я такой, ну конечно, есть, конечно, блядь. Бро, не дыши, блядь, задержи дыхание, это курильщики ебаные.
Ебать. Ты вот, кстати, видишь эту хуйню, а это локация, нахуй. Там прям бегать можно, блядь. Понимаете, после муравья... Не муравья, но тоже после, который там. Эти темчелы нормально, они стоят, тупят в стену. А. Ну, их немножко обновили, они не прям одинаковые, они прям до Dark Souls, но... Не знаю, зачем их прям сделали абсолютно такими же, потому что, ну... Dark Souls этому было объяснение. У них были глава, которые, типа, ну, они еще с ниты были связаны с богом смерти, поэтому. Не то, что бог смерти, а... Поняли, короче. Я ж не помню там. Бог жопы. Ну, там, в любом случае, была связь. В этом суть. А здесь, связь. Даже если в чем-то связь они как-то там придумали, но абсолютно так же выглядит. Ты уже к боссу идешь, ебать? Че, куда еще идти? Вроде где? Не, вроде все правильно. Иди, бро. У тебя банки в говне поставлены. Нормально все. Нормально? Ну я не вижу, как там. Не, у меня 7.3, у меня всего, если не ошибаюсь, 7.4 всего, да. То и всего нет. Ну тогда иди, ебаш! Вот в рот, опас. Давай тогда я уберу, наверное, багровый кинжал убийцы, поставлю вместо него. С чем будет связан этот босс? Если честно, хуй знает. Это с магией, да? Потому что это, наверное, тот человек, который испалялся магией. А, точно, вот тот человек, который пылялся магией, да, сзади я там нет. Не знаю, с чем он будет связан, но... Надену усиливает мощные атаки. Усиливает свои мощные атаки. Драконий салат Накстеллы. Нахуй ты салат, бро. Блять, нахуй, оливье, ебать. Ебать, у тебя дамаг по нему, блять, ясный зипус. Да, я когда проходил эту реку, я ее проходил, ну, не прям такие, блять, по левелу. Он мне любыми атаками ваншотал. Разменчик нормальный оказался. Он мне слегка посильнее, Серж. Ледяное громовое копье. Я сюда пришел до Накрона, поэтому я обосрался на нем конкретно. Что сделали? Я говорю, я к нему приходил до Накрона. Вот к конкретному этому месту. Да, понял, понял. Поэтому я на нем немножко обосрался. Я, конечно, с ним сражался до этого, но там у меня был конь, а здесь нет. Я такой, блядь. Да, блядь, на коне вообще залупо сражаться, на самом деле. Потому что у него ворота адекватные. Ну да, ну, типа, когда противник отвлекает на какой-нибудь чел, ты хотя бы можешь, ну, с расстоянием быстро бегать и там... Ну да. ...отстреливать.
Ну, отстреливаешься на коне нормально, а вот когда ты ближний, то это вообще звук. Метель обратно. Поздравляю, ты разъебал. Метель обратно возвращаться. Да, здесь тупик. Ну тогда тэпнемся на нижний поток. Заебатая мапа, кстати. Ты, кстати, должен был где-то мапу найти, что за хуйня. А нет, я. Всем уёбкам. Lena. Опа! Пилчили его присел. Зайрон. Хотя все они зайроны. Подойдут, я с ним попадаю. Is someone there custom well? Такие. Fuck this shit, man. Кто упасть? По правой стороне. Либо там. Что-то попали. Ну там надо по колонне забраться. Да, типа по самой колонне добраться из предыдущей секции. С челами. А, типа вот по этой, конечно. Да.
Да, ну ты. Да, тебе надо, короче, в прошлую руму вернуться отсюда, да. Там типа. Отступление. У него уже есть карта. Нас на наверх пасть. Ну так ты отсюда не попадешь. Ай. Тут не паду? Да, иди просто назад в руму, где ты заходил сюда только. Угу, понял. Попрыгай там туда, что ли? Не-не-не, прям иди туда. И там получается будет проходик с той стороны. Патроните, парни. О, блядь, не прыгай туда, ты... Я придется обратно бежать. Нормально, нормально, переживай. Блять, мастер свое дело, ебай. Полутай предмет супер и быстро вообще ебай. О, иди, да, сосать. Пикание пизды. Оп, сообщение. Не зря поставил, все. Без него понял, буду похуй. Лук есть, просто лук там ебать. Ну что, я думаю, что мне, блядь, не похуй, мне вообще поебать. Снизу еще лук лежит. Ладно, спустимся еще. Пулякаешься? А мамашу свою не пулякаешься? Че дайте? Пау дать, ёпт. Оу, ноу. А, сосать. Ай, блядь. Маскина, ёпт. Достань свой лук и выстрели ему в ебало. Маска. Ай. Нахуй идешь? Разъебатая рума. Добро, в этой руме ноль смысла. Мы сюда пришли, чтобы сюда прийти. Да, это все. Просто лутать это место. И нахуй, да? Карту нашел я.
Мамку нашел я. Начало я нашел. Там снизу я что-то под тем строением видал. Их я вроде более-менее все залутал. Сука, это просто, блядь. Да, я тоже так подъёбывался. Сука, цесой. Всё получилось? Что, здесь больше ничего в этой реке нельзя сделать? Да? Ну ладно. Нельзя, так нельзя. Тогда пока что не будем никуда идти. Всегда. Черный страх. Ой. Кто он такой? Узнает. По фану показали. Так, ну погнали в подъемник Дектуса. Подъемник Дектуса. Дикого не показать. Бля, я там еще не был. Ну я был уже то, что за подъемником. И там был. Я там был. Я откуда-то прошел туда. Откуда-то снизу там проходишь. Ну да. А что за подъем? Там плато Альтус? Да. Mm-hmm. А, тогда я там тоже был. Да, я был только в начале. Это как через Макарчика проходишь. Макар? А, да-да-да-да-да. Под... Верно, ёбан. Магмовый. Ой. Магмовый змей Макарчик. Тупо реально игуана. Переросток с крыльями. Прям очень вибрация заебатая. Да, он спускается. Типа, на самом деле, реально на PlayStation 4 геймпаде эта вибрация есть, но она не такой эффект дает. Да. Да, насчет того, как играть в другие игры, может, в других играх еще это более заметно. Но вот здесь сейчас, как оно двигается, все. У меня была бы пизда, мне кажется, я понял. Сам, плато Альбус Дамблдор. А, ну это официальный вход, блять. Приятно снова оказаться в приятной луке. А что получается, мне нужно сюда теперь идти? Так, куда мне вообще еще стоит идти? Так что, видимо, ну, да. Я иду сюда. Поднять меня. Нахуй не понимаю, куда ли он. А вы уебаны здесь нахуй стоите по фану. Погнись на меня это. Вот мусарник. Я им попа еще. Ну, я вот был где-то вот здесь.
костер, где я был? Я, конечно, и отсюда похожу. Похуй, но мне просто интересно. Я именно то место, где я был. Но, может быть, ниже? Он внизу, да. Ты ж поднялся. Там-то я тоже, по идее, поднимался на тот костер. Стой. А, это великий подъем. Блять, у меня костер вон, он вообще в пизде мамки. Ага. А карты где? Пизде. Не видно, но я думаю, стоит, наверное, по дороге пока пойти. А, да, я по думаю, дороге, там... По дороге идешь, там обычно и все там по дороге, и этот, и солнечные семена всякие вот эти вот, всякие... Солнечный семен. Куда-то парни пошел я, давайте. Давай. Спол. Давайте спол. О, парни. I don't like you, man. Это те стоит даже те же самые, да? Самые уёбки лучники. Ёб твою. Очевидного ключа никакого не было. Почему нет? Я бы, конечно, поисследовал. Пока надо карту найти. Сейчас ночь. Что сейчас ночь. Грёбаный... Грёбаный наездник. Подходит все ближе и ближе. Эти с уёбками. Ты развернешься, нет? Я просто хочу вот этих чуваков уебать. Кстати, карту я вижу уже. Какой наездник? Я его, если честно, плохо помню. Лисий спавнился. Поел. Долбоеба кусок.
I'm taking this shit, honestly. Fuck you, man. Oh no, он меня убивает. Actually fucking. Блять, он мне дамажит. Да, он своим падением дамажит. Еще не надо упасть, я его смогу забить. Иногда он почему-то падает, я могу его ударить. Game of the year, man. Game of the year. Давай прочитаем про эту хуйню, окей? Окей, он среди священных. Бафует и твое оружие, и оружие тиммейтов. Вероятно, безумие. О. Вообще не в таймер попадает.
Неплохой вепен. Сменить хочу. Я так и нашел кузнечный камень брака 7. У меня 2/9. 2/9. Всего ни одного. Поэтому я прошел локацию дальше, типа. По-моему, уже здесь должно быть. Здесь должно быть что-то, что точит меня дальше. Я думаю, что примерно здесь еще должно быть. Что-то для этого. Талисман большого щита. Что-то, что даст мне колокольную сферу в более улучшенных этих личных камней. Повышает эффективность блока. Что? Stuff, man. Да, на самом деле, наверное, это деревня очень хуёво, если ты реально отсюда приходишь спереди. Это по всему лесу тебя просто ебут со всего, блядь. То, как я сюда пришел, мне даже повезло. Так, я, кстати говоря, неплохо так иду. Куда-то, но совсем туда, куда мне надо, я на самом деле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Разлучный головной убор пехотинца. Золотой семен. Это я где? Как называется? Холм с видом на древо Эрт. Действительно. Так, ладно, я вернусь все-таки в сторону карты. Пусть здесь я смогу как раз подняться. Не знаю, на самом деле. Ревер, ты завтра со скольки будешь? Поешь ли ты куда-нибудь? Ну, я завтра днем буду, ну, часов с 12, да, 3, наверное, у бабушки. О. А по 12? Ну, дома, но я не знаю, останусь ли я. Понял. Чё-то это же сейчас уже 1. Сейчас хотел пойти спать, я... Встану, Владу провожу, просто буду ебашить, потому что работы не надо. В отличие от нее. О, какой-то чел. А, это тот самый чел. Алло. Look who we have here. How delightful to meet a familiar face. Even after departing the round table hold, I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along. Электрическое оружие у него было. Касает молния, которая ударяет в врага. Интересно. Окей. Okay. Окей, это все, конечно, круто. Посмотрю карту, я, пожалуй, наверное, уже пойду, потому что у меня... А, вон, у меня птица пальцев показывается. Мне показывается где-то в пизде почему-то черный страж, и на так дальше. Арту вижу уже где будет, я вижу, кстати, здесь еще
пещерку. Ну, короче, ладно. Будет, походу, интересно, но это все будет завтра. Да, я пошел. Спокойной ночи. Пойду залью, на самом деле, последние стримы. И спать.